Костя Ткачешек впевнений, він саме такий. Я постійно виступав на кожному концерті, що не пробився в Херсоні. Мене всі знали, під окнами розрисовували асфальт. Костя Флеш. Йому 16 років, а в нього за плечима 4 кліпи, робота на музичному телеканалі та щільний розклад, де немає місця для розваг. З 9 до 4 я вчусь в академії, з 5 до полседьмого у мене вокал, з 8 до 10 танці. Костя зміг усіх в родині підкорити своїй єдиній меті – стати зіркою. Папа уволився з таможні і возив мене по преподавателю. Для повного щастя бракує загального визнання. Здравствуйте. Добрый день. Кость, познакомь нас. Это моя мама Аня. Мама Аня. Я смотрю, что вы не просто поддержка, что вы прям помощница. Ну, я, собственно, занимаюсь всеми организационными вопросами. Какие-то фотографии, какие-то фотосессии, какие-то видеоответы для фанатов. Но я могу спросить только одно. Вы хотите к Меладзе? Конечно. Да! Все, тогда идите и рвите рычаг. Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к Константину Меладзе. Вы кто, простите? Я продюсер и мама следующего исполнителя. Мы ждали его, а не вас, вы понимаете, да? Да, да, конечно. У нас правила для всех одни. То есть что вам сейчас нужно сделать, вы понимаете, да? Я хотела обратиться к Константину. Одну секундочку, вы понимаете, да? Да, я понимаю. Я то хочу есть, обратиться... что вам нужно сделать? Пройти за кулисы, как это делают все мамы, и ждать там. Костя, можно эта милая женщина обратиться к вам? Нет, ну как продюсер к продюсеру можно. Моего сына сказать? Зовут Костя Флеш. Я хочу сказать, что он действительно готов к работе в вашей группе. Я это вам ручаюсь. Потому что 4 года он уже действительно во всем себе отказывает. Он живет строго по расписанию. Вокал, хореография, тренажерный зал. Ему сейчас 16 лет. И мне кажется, что сейчас именно самое время передать его в ваши профессиональные руки, для того, чтобы вы уже дальше долепили из него то, что нужно именно вам, вашей группе. Сделав такой промоушен сейчас перед всеми Константину, что сейчас планка нашего ожидания очень высокая. Поэтому это большой вопрос. Стоило ли это делать? Но стоило знаете, ли это делать? Но с другой стороны... Свою потому что если бы каждый исполнитель приходил со своим промоутером, мы бы шоу закончили снимать, наверное, года через два. Вы уверены, Константин, что вы хотите увидеть эту молодежь? По-моему, рекомендации этой женщины вполне достаточно. Мне кажется, рекомендации были вполне членораздельными и, в принципе, здравыми. Поэтому, конечно, мы с удовольствием посмотрим на него и послушаем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Костя Ткачешек виходить на сцену не один. Аби не порушувати правила шоу, танцюють лише дівчата. Їх обличчя закриті, щоб не відволікати увагу жінок-суддів. На все про все у хлопця півтори хвилини. Оставь пару слов, открой мне сердце вновь, остановить время в пути невозможно. Я вновь пишу тобой, узнаю силу фраз. Все прямо здесь, сейчас. Счетчик включен, пусть отключен. Все как прежде, ты лишь глаза закрой. Читая между строк отрывки фраз, по венам словно ток пронзает нас. Ты и я, вселенная. Ты делай шаг вперед, а я с тобой. Правим все поля, глаза закрой. Ведь я всегда буду рядом. Почувствуй силу любви, ты сделай шаг вперед, а я с тобой, отправимся в поля, глаза закрой. Мы в этом мире одни. Стоп, 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 стоп!
Дело в том, что он еще должен был 30 секунд танцевать, но ему почему-то взяли и обрезали эту хореографию. Константин Ткачешек, Украина, Киев, 16 лет. Константин, я так понимаю, что ты здесь появился вместе с мамой. Кто скрывается за масками? Это твои сестры? Это мой балет. Это твой балет? Два голоса он заработал, но этого недостаточно. Короче, он не проходит, да? Ну, спасибо, что обрезали хореографию. Теперь узнаем, что почувствовали наши члены жюри. Такая промо-кампания проведена перед выступлением. И я подумала, что если бы я не знала вот этой всей истории, которая нам была рассказана, я подумала, что ну вот если бы он был просто мальчик X, вот он пришел, вроде старался за старание, за то, что он танцевал, и что-то, я так понимаю, старался петь, я посчитала, что ну, ему, за него можно отдать свой голос. Увидели, что танцует. Ну, это не те танцы, понимаете, которые... Аня, да, ты не проголосовала? Я не проголосовала, потому что, во-первых, это сложная тема для меня. Тема родителей, которые насаждают, в принципе, пытаясь помочь, насаждают свое мнение детям. Просто очень важно сейчас такой момент, чтобы ты понял, что ты сам действительно чего хочешь. Нет, я, конечно, хочу быть, хочу выступать на сцене. Класс, ребята, молодцы. Хлопаю в ладоши. Хорошо. Тимати, ты проголосовал. Ты сделал из жалости или тебе было интересно посмотреть, что за юноша? То, что я услышал, да. Было ужасно с точки зрения исполнения, с точки зрения вокала. Просто я вот на секундочку себе представил, вот если бы в моей жизни был вот малейший шанс, в котором вот моя мама может сыграть роль или как-то вот просто мне помочь, я знаю, что она бросила все и сделала бы все, пошла на все. Я просто поставил лайк за маму. Видите, что сделала мама сейчас? Самое ужасное, что мы сейчас сидим и обсуждаем не артиста, маму. А мама пробовалась? Нет, ты пробовался. Реальность такова, и она довольно жесткая. Только два судьи отдало тебе свой голос, а четверо остались равнодушными. Знаешь, что это значит? Ты покидаешь наше шоу. Вы думаете, что если бы он еще дотанцевал? Да, потому что именно мы делали ставку на хореографию. А мог он дотанцевать или там только с музыкой? Там с музыкой, там хореага, понимаете, что хип-хоп? Нет, как можно хип-хоп понимаю. Танцевать без музыки? Это я понимаю, конечно. Без акцента, без ничего. Слушайте, на самом деле, если говорить уж откровенно, да, сейчас все на маму, сейчас он на маму так наедет. Здесь даже не о чем голосового, не о чем говорить. Ребят, ну о чем речь вообще? Після відмови продюсера мама Кості не приховує свого роздратування. Усе своє невдоволення вона вилила на ні в чому невинну Віру Брежнєву. Ну не со мною, я здесь так же стою, смотрю.